Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я бы хотела вам показать и рассказать о наших подарках нашему сыночку Матвею на его первый день рождения. 23 августа ему исполнился годик. И я хотела бы с вами поделиться тем, что нам подарили. Итак, начнем с менее габаритных подарков. Первое, что хочу вам показать, это вот такая вот досточка. Умники и умницы называется. Значит, что здесь идет в комплекте? Вот такая вот доска, на которой можно изучать счет, цифры, овощи, фрукты, животных, также машины всех видов, состав семьи, да, мама, папа, бабушка, дедушка и так далее, профессии. Также здесь и на русском, и на английском языке идет название всех предметов, животных и овощей, фруктов, то есть всего. Вот, в комплекте идут такие цифры. Также идет здесь и транспорт, и животные. Также есть магнитные элементы с вот такой вот, как удочкой, чтобы можно было цеплять, да, магнитиком. Вообще эта развивашка идет от 3 лет, насколько я смотрела, да, вот написано 3+. Но я думаю, с года, наверное, 2, даже 1,5 подойдет. А мы планируем, я планирую Матвея начинать знакомить сначала с фруктами и овощами, затем с животными, то есть постепенно с каждым, да, видом овощей, фруктов, животных, машин. То есть постепенно будем все изучать, чтобы у него не было вот этого вот как бы визуального шума, потому что здесь очень много различных элементов, вот чтобы он не терялся, будем постепенно. Вообще планирую просто сначала знакомить с фигурками, как бы, а потом уже, когда он их освоит, уже будем сюда их вставлять. В общем, очень классная вещь. Кто, если думает, что подарить своему ребенку или кому-то на подарок, я прям советую. Стоит недорого, очень качественно. Здесь вот как лист фанеры, да, деревянный или что-то. Вообще очень супер. Я так понимаю, заказывали на Валберес, вот кто нам подарил. Есть также на Озоне. Я вообще сама долгое время смотрела вот на такую развивашку. Я очень рада, что она у нас теперь есть. Так что возьмите на заметку. Следующее, что мне очень понравилось. Я такое видела впервые. И посоветовала прям многим. Сейчас выберу. Вот такой вот мягкий конструктор. 42 детали. Можно собирать паровозик, вот также какие-нибудь башни. Также возраст 3+, но я думаю, можно абсолютно и раньше. Абсолютно безопасно, можно наступать ножкой, как грызунок в рот тащить. То есть прям вообще супер вещь, супер подарок. Очень красивая упаковка. Вот так вот здесь все это выглядит. Такой вот состав. Цвета очень яркие, красивые. Все поближе вам покажу тоже. Очень мне понравилось. Матвей тоже оценил, прям изо рта не вытаскивал. Вот, так что будем тоже развиваться, заниматься. Нам тоже очень понравилось. Следующее, что хочу вам показать. Вот такой вот классный сортер. У него несколько сторон, такой классной коробки. Вот, вот так вот он выглядит. Вот, и здесь у нас идет ксилофон, к нему в комплекте две палочки вот такие вот, то есть все это вот звенит, стучит, очень занимательно для детей. На другой стороне у нас идут вот такие вот червячки для мелкой моторики, очень классная игрушка, то есть здесь нажимается. К ним идет в комплекте, к этим червячкам, вот такой вот молоток, два, то есть можно вдвоем, чтобы, да, играть, то есть это закрывается. Здорово. Также вот сюда вот вставляются другие червячки. Я не стала вставлять, потому что думаю, чтобы в рот не взял, ему все-таки, ну, рановато еще будет. То есть вот, так, вот такие вот все червячки идут в комплекте. Классные. Они сюда вставляются и уже вот такой вот тоже удочкой
Вот, они достаются магнитные. Очень здорово, тоже мне очень понравилось безумно. Просто супер подарки. Далее, подарили нам вот такую вот тоже развивашку от года. Умные кружочки. Мы уже вот тут вот начали, ну как мы, я начала вот здесь вот такие вот кружочки. Да, разные есть ягодки, грибочки. То есть, я думаю, деткам будет очень интересно. Вот здесь вот набор наклеек различных цветов, цвета изучать. Сейчас вот мы изучаем желтый цвет активный. Я ему каждый день говорю, желтый цвет, показываю все предметы желтого цвета, чтобы у него вот все откладывалось. В общем, постепенно закладываем цвета. Вот, еще нам подарили набор с животными. Вот такое вот есть тоже. Я думаю, деткам будет интересно. Конечно, а маленькие под присмотром лучше родителей. То есть одного не оставлять ребенка с животными. Вот, тут всех видов животных. Вот они именно в натуральных цветах, не какие-то мультяшные, чтобы у ребенка было правильное восприятие о том, как выглядят животные. Хотя вот барашек зелененький. Ну, в основном, как бы, не то, что даже в натуральных цветах, а в натуральном виде, то есть как вот они выглядят, более-менее приближенные к настоящему виду. В общем, тоже классно, тоже будем изучать, все это смотреть, заниматься. Вот, и сейчас я вам покажу уже крупногабаритные наши подарки. Не переключайтесь. Мелкие такие, как бы, менее, да, габаритные подарки я вам показала. К крупногабаритным подаркам я отношу это стол и стульчик. Нам подарили детский в виде облачка. Очень классно, очень удобно будет нам и заниматься, и что-то лепить, рисовать. А пока что Матвей еще не понимает, что за ним нужно делать, то есть со стульчика слазит, не сидит. Но я думаю, годиком где-то полутора он оценит. Я его постепенно сажаю. Вот. А также заказывали, по-моему, у нас друзья на Озоне вроде бы, ну и на Вайлдберрисе тоже есть, ну вообще сейчас на всех маркетплейсах они продаются. Я собирала сама, сборка очень простая, ничего сложного, очень качественный материал, мне прям понравилось, советую тоже многим к покупке, если кто думает там, что подарить, да, ребенку на годик, если у вас позволяет место в квартире, то я считаю, что это очень классный подарок. В принципе, очень компактно, много места не занимает. Я еще планирую даже купить потом второй стульчик, потому что вдруг к нам будут приходить друзья, тоже у них есть у всех малыши, кто-то, может быть, будет тоже вместе сидеть, заниматься. Будет очень здорово. Следующее, что нам подарили, это вот такая вот каталка для малышей. То есть на ней можно сидеть, но нужно сидеть и ножками, да, отталкиваться. Но Матвей пока не понял, не сообразил, как что делать. Но я думаю, в дальнейшем он освоит и будет гонять. Кстати, Матвей у нас начал ходить. Да, буквально где-то в первую неделю после того, как ему исполнился год. И вот буквально после дней, наверное, 5, после дня рождения, да, вот он начал делать первые шаги, и с каждым днем все лучше и лучше, прям на днях, прям, я не знаю, даже не по дням, а по часам у него происходит вот этот прогресс, очень удивительно, поэтому все, мы пошли, можете нас поздравить. И наша следующая такая самая, наверное, большая покупка, самый большой подарок, который мы решили подарить от себя, от родителей Матвею, это вот такая вот, точнее такой спортивный комплекс, называется горка Пиклера. Я читала про эту, даже не горка, а треугольник Пиклера, я читала про вот этот вот треугольник, про вот этот вот комплекс очень много, и одни положительные отзывы, я так понимаю, это разработала этот треугольник педиатр из Венгрии, Эмма Пиклер. Он способствует раннему развитию малышей, чтобы вот они карабкались, учились как-то вставать, да, облокачиваться, то есть для... специально для физического развития, потому что я заметила, что Матвею вот нужно именно физическая, да, активность, где-то забираться, карабкаться, обо что-то отталкиваться, везде лазить. И я подумала,
что хочу найти какой-то такой вот небольшой детский комплекс, вот по которому он будет лазить, да, спортивный. Мы вот остановились на таком варианте. В принципе, Матвей уже опробовал. Качество тоже классное. Заказывали на Wildberries. Бренд Papado. У них очень много различных и цветов. И есть просто треугольник. Можно вот с горкой, как в нашем случае мы заказали. Также там есть в виде еще такой вот как арки. Арочки, да, вот такой вот тоже дерево. То есть там можно собирать целый комплекс. Если у вас позволяет пространство, то пожалуйста. Вот, поэтому мы решили пока ограничиться вот этим вот треугольником, для, как для скалолазания, и вот такой вот горочкой. Как бы все безопасно, материалы все тоже хорошо окрашены, никаких нет ни зазубрин, ничего. Мы очень довольны. Производитель пишет, что этим комплексом можно пользоваться до 3 лет. Ну, мне кажется, до 3 это уж прям слишком будет. Мне кажется, ну, может, до 2. Вот, ну, по крайней мере, с года. Прям очень даже классно, даже вот мне кажется, до года, вот детки, которые только начали вставать, вот уже, да, кто более-менее вот окреп, у кого вот позвоночник там, да, или как-то кто-то уже начинает присаживаться, будет самое то. Прямо тоже подумайте, возьмите на заметку, очень советую, выглядит очень красиво, стильно, опять же, ну, относительно компактно. У нас вот комната у Матвея где-то 13 квадратных метров и отлично вписался. Я поставила на коврик, да, на его, ну, чтобы вдруг что, было помягче ему там лазить, да. Вот, поэтому отлично вписалась. А также вся эта конструкция может складываться, раскладываться, то есть быть компактной. Так что вот такие вот у нас получились классные подарки. Еще нам подарили вот такой вот классный костюм. Тепленький, то есть здесь идет оверсайз для малышей. Тут такие вот штанишки. И такая вот кофточка. Размер 80-й. Нам он немножко большеват. Смотрится, конечно, классно. Нам даже, думаю, на весну еще подойдет. Вот сейчас ходить в такую вот погоду. Как бы еще переходящую, да. Прям очень здорово, тепленький. Уже мы выгуливались в нем. Выглядит очень стильно. Так что заказывали нам его на Озон. Если кому интересно, тоже вот обратите внимание на такой классный костюмчик. И также еще мы ждем шкаф вот в комнату Матвею, чтобы все уже там разложить, заняться организацией. Ну, это больше как бы моя, да, такая хотелка. Как бы ему это не актуально, не интересно. Вот, ну а все самое классное, такое нужное, что нам вот подарили для Матвея на его первый день рождения, я вам показала. Надеюсь, что я, может быть, кому-то помогла с тем, что подарить, да, малышу, там, своему или какому-то родственнику или там друзьям в первый годик. Мне кажется, это очень классные подарки, нужные и очень качественные, и, в принципе, способствуют как раз развитию детей в год и далее. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!